Примета, она еще и желтая в массе своей. Хотя вот в округе мы смотрим. Вот на этом месте зимой стоял лагерь поисковиков. Что через 20 лет? Лет через 20 после гибели были. На той стороне. Хотя еще здесь мы нашли где-то патрон. В земле. Здесь было очень много находок. Я почему говорю, что там патронову, там у кедра нашли, там такая же мягкая, там вообще мягкая почва. На поверхности. А здесь мы нашли в земле. Не, ну сейчас мы прозванивать не будем, потому что мы продолжаем искать место лабаза, которое оставили дятловцы. Кроме того, у нас ограничено время, потому что закат и сумерки начнутся примерно уже через час, даже меньше. Так что нам нужно спешить. Одно из предполагаемых мест лабаза. Мы сравниваем фотографии 60-летней давности, чуть меньше, с обстановкой, это да, через 60, которая сейчас видим. Так, ну, мы здесь заметили, да? Ну, пошли дальше немножко посмотрим. Там еще должно быть место. И место, по-моему, не знаю, сколько вниз. Я тут пишу какие-то так делали. Ты видишь, так было оттуда похоже, да? Давай еще подойдем, мы туда где-то. Где-то в той стороне. Но мы уже отошли значительно дальше. Чего? Ну, уже получается, от лагеря поисковиков мы уже дальше находимся. Ну, 350 метров. Ну, 350, мы уже здесь стоим. Ну, так там и так идет. 300 в одном, в другом 400 написали. Ну, хорошо. Да. Давай тогда. То есть... Продолжаем поиск лабаза. Так это можно у нас, если бы время было сейчас, скажем, хотя бы где. Мы могли бы здесь пошарить, хорошо. Наиболее вероятное место лабаза. Что нам три точки проверим? Тут уже вторую проверим. Мы другие точки когда проверим? На время только. Так, а ты где посмотрим? Там где-то будет, там будет. Вот-вот, о чем речь. По-хорошему, у нас час, чтобы вернуться. А вернемся ли мы? Узнаете в следующей серии? Да. Еще одно из предполагаемых мест лабаза. Определиться пока мы не можем. Но здесь до Ауспи получается метров 200. Может, это ГП ниже будет? Третья предполагаемая точка лабаза. Одна из предполагаемых. Одна, точек. Да, уже номер три. Одна из предполагаемых точек. Давай лабаза еще. Под номером три. В общем, солнце садится. Скоро надо. Надо выдвигаться к дому. Сейчас я фигню сделаю, потом дом по сюжету анализирую. Это не когти случайно? Валим нахер отсюда. Чё? Так. Угу. Кто-нибудь видел насечки от когтей? Может, это они и есть? Это чего? Не, это что-то такое. Потрескалось само. Что это старое дерево? Оно наверняка еще там. Хорошее. Всем привет. Нет. Сегодня был прекрасный день. Мы опять посетили останцы, место палатки. Что мы еще сделали? Места расположения тел. Были у двух кедров. Искали точки. Искали места лабаза. А сейчас мы пытаемся выдвинуться. Вернуться после поисков в лагерь. Время без 10:08. Страшненько, жутковато. Ну да, мы еще в светлое время идем. Да. Ну-ка, вот наша тропа, да? Нет, наша тропа выше находится. Нет, пойдем. Это звериная. Мы потом пойдем высоко. Мы уйдем неизвестно сюда.
Всем пока. Не, ну теперь я Агату Кристи очень хорошо вспоминаю, понимаю. Сказочная тайга. Вот так проводят исследования настоящие исследователи. Они эти самые... Они кабинетные хомячки, которые интернетом пользоваться да, да, да. научились. Интернет-война, которые на перевале-то никогда не были. Ну да, тем более, что мы, короче, всех.